И всем привет, дорогие друзья, с вами Грегори, и это 21 выпуск второго сезона проекта «Город в Майнкрафте». И первое обновление, тем более главное, это Леруа Мерлен. Это такой вот, можно сказать, гипермаркет, смесь строительного хозяйственного гипермаркета, то есть магазин. Вот так выглядит здание снаружи, тут у нас надпись, то есть LM, то есть типа Леруа Мерлен. Есть такая, можно сказать, окраска, то есть типа белый и зеленый цвета. Внизу находится паркинг такой вот. Также имеется такой вход, тут у нас написано гипермаркет Леруа Мерлен и Леруа Мерлен, бесспорно, низкие цены. Те, кто не в курсе, это слоган магазина, слоган среди гипермаркетов Леруа Мерлен. Это у нас такой вот эскалатор, тут у нас зеленый указывает, что типа можно типа подниматься, типа у зеленого указывает, что типа можно, а грязно нельзя. Тут у нас дофига касс, вот у нас такие вот кассы стандарт, то есть такие вот 1-3 блока. Тут у нас сидушки, типа, чтобы можно посидеть, отдохнуть. Вот так вот выглядит такой автомат с едой, ну типа автомат. То есть типа с кнопкой. Дальше вот туалет, правда, не знаю как в вашем Леруа Мерлен, но в моем туалет точно имеется. Ну то есть все по стандарту, тут у нас такие раковины и унитаз такой вот, то есть из кварцевой ступеньки. Тут у нас порочная, ну, то есть, типа, можно туда обратиться на случай, если что-то сломалось или отказ по гарантии. Тут у нас уже вход. Ну и дальше у нас полки, там лежат различные техника, то есть инструменты для ремонта, материалы. И, можно сказать, все для, можно сказать, ремонта, дачи, дома и так далее. Следующее, друзья, обновление, это уже на Комендантском проспекте в квартале Пономаревском. То есть, следующее обновление, вот сейчас до нее долетим. Следующее, друзья, обновление, это уже на Комендантском проспекте, это бассейн Ариэль. Вот так выглядит бассейн. Изначально планировалось назвать его, можно сказать, бассейн Россия, но я решил просто, можно сказать, сделать его оригинальным, то есть, типа, назвать его Ариэль. Или даже был вариант у меня, типа, назвать его бассейн Восход. То есть, это как в Челябинске, который я раньше ходил, но... Но я решил просто сделать еще один бассейн, который и точно будет называться Восходом, тем более он будет немного другим. Тут у нас написано бассейн Ариэль, режим работы такой-то вот, с 7.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 21.00 по выходным, соответственно. И следующая надпись детская юношеская спортивная школа Олимпийского резерва города Аисатовска. Тут у нас охранники сидят, здесь. У нас лестница на второй этаж. У нас такой вот служебный коридор, такой вот. Вот служебное помещение. Тут у нас нагревательная такая комната, то есть, где вода нагревается. Также у нас кабинет директора бассейна тут. У нас здесь директор сидит, а здесь его секретарь. На другом конце уже медпункт такой вот. И следующий кабинет, это кабинет для записи в бассейн. Ну типа заходим, то есть записываемся на бассейн, типа. Нам выдают специальный абонемент, то есть, типа, на какой день мы записались, типа,
Ну, допустим, типа 2 раза в день, типа, точнее, 3. Типа, на понедельник, среду, пятницу, то есть на утро, например. На втором этаже тут у нас уже женская и мужская раздевалки и души. Тут у нас имеется проход в сам бассейн, тут всего их 3, то есть 2 из них через раздевалку. Тут у нас такой душ, такой. Тут у нас загорожено белым стеклом, хотя можно вот взять, то есть добавить флаги, то есть типа за это занавески. И с женской стороны то же самое. Следующий вот у нас раздевалка такая, то есть типа мы переодеваемся здесь, складываем все сюда и сам посреди. То есть тут у нас сиденье, где посетители могут подождать своего сеанса. Тут у нас сам такой бассейн, то есть здесь вот немного, ну сказать, не глубокий, а уже чем дальше, тем глубже. И дальше у нас трамплин. Вот, трамплин. В общем, вот такой получился. Вот такой вот я продемонстрировал вам бассейн. Бассейн называется Ариэль. Следующее, друзья, обновление — это уже новый жилой дом, уже на Щербаковской улице. По сути, да, я просто, так сказать, сделал, можно сказать, немного иную версию той пятиэтажки, только уже девятиэтажное здание. И с ним, можно сказать, поработал над, можно сказать, над коридором. Если что, квартиры, можно сказать, те же самые, просто немного изменены, просто немного видоизмененные, правда. Так что особо, можно сказать, особо зацикливаться мы не будем. Осмотрим. То есть, так вот, коридор, то есть 4 блока, то есть 4 на... Сейчас посмотрю. 4 на 14, тут у нас на одном конце лифт, коридора лифт, а на другом конце лестница. То есть я в Москве поработал, чтобы хотя бы поработал чисто ради лестницы. Хотя изначально лестница могла бы быть здесь, но могла бы просто перегородить. Поэтому я перенес лестницу вот на этот конец угла. Вот из коридора, а тут на другом конце я сделал лифт. Поднимемся на последний этаж, 9. Тут у нас такие вот квартиры, то есть те же самые, то есть те, кто знает планировки, тот понимет, в принципе. Вот здесь вот самый фейл, друзья, вот когда я заметил, тут такой, образовался такой вот, такая маленькая комната, то есть 2 на 2 блока, ну максимум, то, что может поместиться, это... Вторая ванная, вот можно. А так все со всеми остальными квартирами все в порядке, в принципе. Дальше у нас будка, то есть для того, чтобы подняться на крышу, кондиционеры и машины для двигателя лифта и антенна. Изначально я планировал сделать здесь спутниковую антенну, типа там спутниковое ТВ, но как-то, можно сказать, фигово получилось, но я просто решил сделать обычную антенну, как там вот. Следующее, друзья, обновление — это уже на улице Агалакова, друзья. Я построил Сбербанк. В принципе, это тот же Сбербанк, что на улице Бакинских комиссаров, но немного удлиненный, то есть немного расширенная версия. Сейчас добавлено еще несколько, еще 3 кассы и банкомат. То есть раздел с банкоматами. Также я добавлю еще одну хрущевку.
собственно, ВОЗ, вот тут вот, Сбербанк, хотя вот, и вот здесь на правом добавил надпись Сбер. Тут у нас два входа, то есть отдельный вход в банкомат и отдельный в сам Сбербанк. Тут у нас надпись банкомат 24/7, то есть типа 24 часа в сутки. Тут у нас такие банкоматы, всего три штуки, то есть вот, огорожено все, то есть сделано. Этот участок сделан из оранжевого бетона, ну потому что банкоматы в Сбербанке обозначены оранжевым цветом, то есть часть, то есть помещаются банкоматами. Дальше все как по стандарту, то есть типа сидельный, чтобы можно было дождаться сеанса, и кассы. Также добавил специально этот автомат, то есть типа указывающий какой типа у посетителя номер очереди, то есть это можно распечатать. И ждать своей очереди. На другом конце коридора, вот уже на другом конце коридора уже то же самое, в принципе. Правда. Правда, освещение фигово, здесь бы решил просто добавить освещение. Все. Так вот получился Сбербанк, тут всего 4 кассы, то есть из них одна удлиненная. Или перебор произошел. Да, друзья, походу это перебор, можно сказать, перебрал. Ой, туда. Так, блин. Всего 5 касс, здесь 5 касс, а тут 3. Итого здесь всего 8. В общем, вот такой вот был обзор на Сбербанк. Ну и в принципе, вот такой вот вышел 21 выпуск второго сезона проекта «Город в Майнкрафте». Понравилось или нет, решать вам. А с вами был Грегори. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, рекомендуйте свои идеи. Всем пока, до новых встреч, до новых видеороликов.